Здравствуйте, с вами программа «Это модно». Отдыхать в России с каждым годом становится все престижнее. На светских раутах сегодня обсуждают не яхты на Лазурном берегу и не знойных заграничных красавиц. Наконец-то россияне обратили свой взор на очарование родной природы. Ну а сами россиянки никому не собираются уступать титул самых красивых женщин на планете. Весна приносит вдохновение и радость, и, безусловно, новые праздники. Первыми в это время года поздравляют милых дам. Но конкурс торгового центра «Я» под названием «Мисс Весна» был приурочен не сколько к 8 марта, сколько к началу весны. Весной женщине всегда хочется какого-то преображения. Это может быть потому, что природа весной преображается. Женщина, она как бы сродни природе. Ей тоже хочется изменить себя, стать светлее, ярче, там, не знаю, расцвести. Вот, поэтому мы объявили такой конкурс, в котором могли участвовать все женщины, независимо от возраста. Так, 118 претенденток попробовали свои силы, но только две из них стали победительницами весеннего конкурса. Это миссис Ольга Данилова и мисс Анастасия Онищенко. В честь такого звания девушкам настоящий весенний праздник с оригинальными и необычными подарками. Главный из них – это создание нового образа. Благодаря стильным нарядам от бутиков «Партизан», «Инсити», «Жаклин», «Шусмаркет», «Шапо», Магда Макс. Победительниц ожидала настоящее перевоплощение. Подбор нового гардероба, прическа и макияж. Все это торговый центр «Я» доверил стилисту имидж-студии «Коза». Я прочитала все письма, внимательно посмотрела фотографии. Конечно, выбрала самых жизнерадостных, самых веселых, самых весенних. Стилист Наталья отслеживает все модные фишки и в связи с весенним сезоном выбирает только яркие и сочные цвета. Так у каждой девушки получился универсальный образ. По окончанию создания образа участниц ждал еще один подарок – это профессиональная фотосессия. За время создания образа девушки менялись на глазах. Ольга превратилась в фею – это романтика в сочетании с классикой. А у Анастасии молодежный и веселый образ. Здесь сочетается спорт и авангард. Я прекрасно провела время. Посмотрите на мое преображение. Просто красота. Это замечательный конкурс. Спасибо большое тем, кто придумали его. Конечно, это лучше, чем просто сидеть дома. Надо подавать заявки в конкурсы везде. Тем более, вот так случайно выигрываешь. Торговый центр «Я» не оставил без внимания и остальных девушек, которые участвовали в конкурсе «Мисс Весна». Каждая из них будет приглашена к участию в новых проектах торгового центра «Я» и сюжетов в программе «Это модно». Торговый центр «Я». Каждая кемеровчанка – звезда.